Привіт! Мене зовут Итан! На здоров'я! When the seas are rolling in, when the stars are shining clear, when the ghosts are howling near, when we sing the Russian lullaby. Ты охуенен. Да. Советом. Первое. Соблюдай закон. Законы созданы не просто так. Представь, что это намеки. Когда часто говорят, на твоем месте я не стал бы творить такую херню. Вот примеры такой херни. Угон автомобилей, разбойное нападение, поджог, продажа наркотиков, покупка наркотиков, нападение с холодным оружием, перестрелка. Знай, скорее всего, ты не огребешь от полиции, если будешь просто следовать здравому смыслу. Так, ты готов? Не с места! Интернет-полиция! Вас, ребята, надолго закроют!